우즈베키스탄 TV. 그다음 오늘 주말에 사무실에 나왔는데 오늘은 제가 사무실 한 번 더 소개해드려요. 사무실이 최근에 공간이 좀 부족해서 확장을 좀 했어요. 지금 보시는 정면에 보이는 더 레드가 기존에 제가 있던 사무실이고 여기 옆에 방을 하나 더 제가 확보를 했어요. 마침 입주자 이사를 가서. 이 공간에 제 사무실하고 회의실 그리고 우리 마리아 선생님도 사무실을 제가 같이 쉐어하기로 해가지고 여기에 지금 현재 녹화 작업을 하고 있습니다. 저쪽하고는 좀 컨셉이 다르긴 한데 그린 색깔과 블루 색깔을 넣어서 자연을 좀 더 넣었죠. 그러니까 꽤? Я сейчас провожу. Это? Зеленый листик, видите? Ага. А это листик? Ну, я так вижу. Так вижу. Волна, лист, солнце. Это значит, что опять голубой цвет присутствует. И вот там у меня начинается серебряный. Видели, да? Это такое богатство. Богатство? Серебро, деньги. Серебра. Не, жолотто, жолотто. Это не золото, это серебро. Пока у нас только серебро, потом будет золото, потом будут бриллианты, изумруды. Все по нарастающей. Пока начинается серебро. Это закончили, а пока не закончили. Пока совсем закончили. Еще будет заканчиваться. Я очень люблю природу. Я очень люблю деревья, кустики, цветочки. Это твоя веста? Да. Вот, по-моему, лавина. Чуть вот здесь. Ну, посмотри. А, вот это, вот это.